Выезд на встречную полосу, а также превышение скорости более чем на 60 или 80 км в час стали уголовно наказуемым деянием. Правда, если водитель попался за эти нарушения, будучи лишенным прав. Об этом сообщает «Российская газета». Поправки в Уголовный кодекс, который депутаты приняли перед Новым годом, вступили в силу 10 января. Согласно нововведениям, нарушителям, которые без прав превысили скорость или выехали на встречку, может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Часть 2 новой статьи предусматривает наказание для того, кто, уже имея судимость по этой статье, снова превысил скорость более чем на 60 км в час или проехал по встречке и был пойман инспектором. Наказание может быть гораздо строже. В частности, штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.